Эти маленькие зрители не посещают обычные детские сады и школы, а занимаются в Центре медицинской реабилитации детей «Тонус». Новые эмоции, яркие впечатления, да и просто общение в неформальной праздничной обстановке. Для таких мальчиков и девочек это что-то большее, чем просто терапия и реабилитация. Это очень хорошая реабилитационная процедура. Она очень мотивирует ребенка, она очень улучшает его эмоциональный фон. После этого он светится. Конечно, это дорогого стоит. Не все, так как он у нас медицинское учреждение, у нас получают в основном медицинские процедуры, какие-то где-то педагогические процедуры. Это все работа, работа, работа. А здесь он может расслабиться, он может вовлечься в какой-то вот процесс такой игры, сказки. Песни, танцы, хороводы, шоу дрессированных собак. Новогоднее представление у елки «Приключения поросенка Фунтика» учит главному – не обманывать и не жадничать, помогать другим и быть добрым. Дети прониклись праздником, не остались равнодушны и взрослые. Моя мать с сестрой работают здесь практически с самого основания «Тонуса». И я, конечно же, здесь периодически появлялся, я смотрел, наблюдал за развитием центра, вот, впитывал эту энергетику и скажу, что очень много зависит именно от человеческих, подхода человеческого. Сюда идут и стремятся попасть родители со своими детками для реабилитации, потому что здесь действительно высочайший уровень подготовки, высочайший уровень специалиста. И это, наверное, многом стоит. То есть люди сами идут, они сами, как реклама дополнительно не нужна. Мы от всей души тоже поздравляем всех деток и всех родителей с наступающим Новым годом и Рождеством. И хочется, конечно же, в первую очередь пожелать, чтобы эти детки поскорее выздоровели. Ну, а всем семьям я хочу пожелать счастья, добра и благополучия. Сегодня на реабилитации в «Тонусе» находится 110 ребят. Без подарков, которые традиционно к праздникам подготовили спонсоры учреждения, не остался ни один ребенок.